камера живет своей жизнью моя. Всем добрый день, доброе утро, у кого какое время суток. Я как что-то подхожу к столу к этому делать, так могу записывать болталку. У меня здесь стоит камера, потому как только здесь удобно ее поставить. А я сейчас так часто стала подходить к этому месту, прям утюг полюбила. Терпеть никогда не любила, гладить. Да я сейчас гладить не люблю, это вот лоскутики я глажу. На вещи гладить не люблю. И думаю, дай-ка я запишу болталочку, пока буду гладить. Я сегодня забыла выключить утюг. Вернее, забыла его выключить вчера. И всю ночь у меня утюг работал. Мое счастье, что он в таком режиме, на каком-то эконом-режиме стоит. Ну, то есть, во-первых, не перегревается, потому как, ну, здесь... Мало ли, что я могла испортить. Ну и во-вторых, конечно, за ночь намотает, нагревательный прибор достаточно. Не знаю, сколько намотал. Ну, я немного наматываю, в принципе. Как бы в обиходе я живу одна, поэтому... Уж как-нибудь неприятность эту я переживу легко. Забыла, что у меня на балконе еще висит вот такая розовенькая тряпочка из того, что я вчера купила. Ну, прям такие красивенькие. Вот если такие маленькие попадались... отрезать конюшек новых, разноцветных. Было бы очень чудесно. А то меня уже нужно, знаете, как на том заборе написать. В казино висят фотографии, да, у них там это, ну, где-то лежат. Кого не пускать? Вот нужно меня так не пускать. И написать. Доступ ограничить. Запускать только когда скидки полные, распродажи. И только один раз в месяц. И только в один секонд-хенд. Потому как эта женщина оставляет там все деньги. Потом приходит домой, режет, стирает, гладит и складывает в сундук. Причем даже не в сундук, я раскладываю и любуюсь. У меня уже, наверное, фобия какая-то, как это называется. Как это называется, когда складируют все подряд. Слава богу, не из мусорника. Я, конечно, болтаю тут глупости. А это я буду шить. Косметички. Уже прям вот буду шить. В промежутках между заканчиванием своего безрукавки своей, которая меня ждет. Ждет, не дождется, а я все никак за нее не возьмусь. Вот, так я вот чего хочу сказать. Набирать-то я набираю вещи. Тряпочки. Я тряпочки набираю. Вещи я очень мало беру для носки. Кстати, я вот эту кофточку в ноябре купила, новенькую. Она была тоже с пластмасочкой, с какой-то бумажечкой. Полуоторванной. Очень удобная, хлопковая. Я ее и дома ношу, и собакой накину сверху куртку и пошел. Очень удобно. Я хочу чего сказать, спросить совета. Я же купить купила, а теперь не могу налюбоваться. Скатерть эта вот сложена в два. Ничего с ней после стирки не осталось, но я руками стирала. И вот я теперь думаю, вот как мне, я хочу на юбку пустить, а как я пущу на юбку? На юбку Боха, может быть, не стоит. Просто узкую юбку. Вроде бы как узкая. Видно меня? Она получается узкая. Хотя, в общем-то, как будто бы... Наверное, просто узкую юбку, потому как короткие платья я не ношу, можно было бы сарафан сделать на чехле. Вот так. Но тогда он на пол ноги там внизу, ну как бы ниже колена где-то, сантиметров на 15. Я такую длину не ношу, я ношу в пол. А если к талии прикладываю, получается в пол. Наверное, это будет просто самостоятельная юбочка. Нужно купить атлас. А еще лучше найти в секонд-хенде кусочек. Рублей за 30, за 50. Беленький, шелковый кусочек тканюшечки. И будет шикардосная, шикардосная юбочка. Ну да, наверное, все-таки на атласе. Хотя на атласе будет очень нарядно. У меня же есть батист. У меня же есть белый батист. Так, надо подумать. Надо все-таки поприкладывать, подумать. Может быть, вы мне скажете, на чем лучше. Ну, на батиста дотратиться не нужно. Вот. Вот такая получается у меня болталка. Раздумная.
Раздумная болталка. Сегодня какая-то погода. Вчера дождь был. Наверное, сегодня будет дождь. Вот я никуда не пойду, а буду сидеть и перерабатывать то, что я тут накупила. Кстати, еще у меня одна идея родилась. Я когда-то показывала обзор в своей кухне с мешочками. Совсем испортила уже свою вот эту салфетку. Она такая... Это была салфетка для пасхальных куличей. Вот так свешивался край в корзине, сюда ложились как бы внутрь куличи, и потом сверху накрывалось. Ну, либо так, либо в обратном порядке. Ну, как бы для этого. Для этого она, видите, была вышита вот так. Как бы в противоположных сторонах. Лицо изнанка. Я ее уже благополучно всю изюзала, изиспортила. Ей уже лет 5. Она на кухне очень трудится, даже подпаленная вот краешек. И вот я хочу ее вырезать, эти вышивки я хочу вырезать и нашить на что-то другое. И вот на кухню, опять же, потому как у меня там коробка декупажная, деревянная, именно там, ну, всякие кухонные мелочи лежат. И она очень красиво прикрывала. Может быть, из них же сделать просто такую накидочку, но уже в виде лоскутного шитья, в виде ланчмата. Ну, подумаю сейчас. Тогда я сделаю туда накидочку, и мне нужен, я все никак не сделаю, на кухню, ну, такой плотный, типа тоже ланчмат, коврик, не коврик. Когда я посуду мою, ну, и остаточно стечь, ну, или там чашечки для пользования в течение дня, там блюдце, чашечка мне постоянно нужна. И чтобы не цокать ими, наверное, я... Сегодня тоже это нужно сделать обязательно. Лоскутиков море можно садиться делать, переделывать, не получится выбрасывать. И что я хочу сказать, не бойтесь, садитесь, делайте на машинке, вручную, прямо строчная машинка. Не обязательно такие крутые машинки, как у меня. Это такая моя была детская мечта и прихоть, самые-самые лучшие. Ну, на тот момент, когда покупала, ну, практически вот самые-самые они были в том магазине, где я брала и... Я брала. Единственное, что оверлок, да, он четырехниточный, классный, но с распашивом я не стала брать. Я мечтала купить отдельно распашив. Я вообще собиралась до войны открыть ателье, мы с дочерью хотели. Ну, а так как ателье не открыто, дочь уехала, мне я не особо шью, чтобы еще и распашив покупать. Ну, вот совместно не хотела перестраивать туда-сюда, ну, решила так не брать. Поэтому четырехниточный оверлок хороший. Вот распашива у меня нет. Это, может быть, последняя мечта из тех мечт, которые я у мамы в ателье себе мечтала в детстве. Так что вот так вот. И сегодня я буду думать, как бы мне все-таки вот это дело переставить местами. Будет ли мне там удобно. Тут и гладить удобнее. Комод выше мне удобно. У меня спина есть, оказывается. Оказывается, на шестом десятке я узнала, что у меня есть спина, сердце, давление и нервы. Ладно, пошла я шить все, я перегладила то, что хотела перегладить. Потом буду показывать, что я нашила. Всем пока!